Белинский Дмитрий. После того, как я стал афишировать свои тренировки и выступления, меня стали спрашивать о моей технике жима лежа. Хотя нет, спрашивать стали уже после того, как особо грамотные люди начали кричать, что я отрываю таз от ласки, чего я никогда не делал и делать не буду. Действительно, технику, которую я использую, назовем ее условно техника встречного движения, немного отличается от общепринятой. Это видео о том, почему я жму именно таким образом. Когда я посмотрел фильм Райана Кеннелли «Road to Arnold», то, конечно, был очень впечатлен и результатом, который показывал этот выдающийся атлет, и его техническими навыками. Сразу же я обратил внимание на то, что без экипировки он жмет суженным хватом и использует своеобразную технику. В чем же суть встречного движения? Итак, когда спортсмен принял штангу, вес снаряда жестко фиксирует его корпус в стартовом положении. За счет этой жесткой фиксации на опускании можно еще сильнее обтянуться навстречу штанге, сохраняя ягодицы прижатыми. Когда штанга коснулась груди, прогиб достигает максимальной точки. Ноги сильно напряжены, спина максимально прогнута и находится в напряжении. Данное положение наиболее оптимально для удачной фиксации паузы на груди и последующего мощного срыва. Когда спортсмен произвел срыв штанги с груди, пропадает необходимость максимального жесткого упора в ноги. Более того, если подать грудь назад, уменьшить прогиб, уйти таким образом телом от снаряда, то высвобождаются дополнительные сантиметры амплитуды. Если этот уход совпадает с достижением мертвой точки, то движение приобретает дополнительную мощность и скорость. Уход корпуса выполняется за счет резкого расслабления ног и как следствие сильного вдавливания ягодиц в лавку. За счет этого резко понижается мост, и штанга, даже без воздействования руками, еще сильнее отдаляется от груди спортсмена. Конечно, в силу особенностей данной техники, ее сложнее наработать, чем общепринятую технику жима лежа. Когда я начал пытаться жать таким образом, то, признаться, далеко не сразу все начало получаться именно так, как хотелось бы. Но иногда я ловил движение и удавалось почувствовать преимущество новой техники. Чтобы эффективно жать встречным движением, нужно сперва идеально прочувствовать стандартную технику жима лежа. Добившись технического совершенства, можно попробовать внести встречное движение и уход корпусом в упражнение и проанализировать то, какой эффект дает данное нововведение. И если вы ощущаете, что ход штанги ускорился, в движении появилась мощность, то вероятно вы на правильном пути. И если же данный подход не дает вам преимуществ, то вероятно следует отказаться от него и предпочесть стандартную технику жима лежа. Спасибо за внимание и успехов вам на помосте!